16 сентября в одной из квартир в южной части города был найден труп мужчины. Как установили эксперты, мужчина скончался от полученных ударов по голове и телу. По данному факту в следственном деле было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 4 статьи 111 УК РФ. По данному уголовному делу было задержано двое подозреваемых, которым в последующем было предъявлено обвинение, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Добавим, подозреваемые могут лишиться свободы на 15 лет. Многим известно, что в колониях осужденным запрещено иметь телефоны. В одном из таких учреждений запрет смогли обойти. Поступило сообщение из колонии КТБ номер 17 о том, что при проходе младший инспектор был задержан сотовыми телефонами, которые предназначались для осужденных. В ходе проверки по данному материалу установлено не менее 5 фактов получения взяток данным младшим инспектором, который за денежные средства в размере до 5000 рублей переносил для осужденных сотовые телефоны на территорию колонии. Телефоны были изъяты, а следователи проводят проверку по данному факту. 19 сентября вечером в центре города был сбит велосипедист-подросток. Как стало известно сотрудникам полиции, ребенка сбил автомобиль ВАЗ-2107. При этом водитель после аварии скрылся, а велосипедист получил травмы, но помощь врачей ему не понадобилась. Если вы стали свидетелем аварии, звоните по телефонам 7 80 90 или 02.